Так, а это я делаю сантехнику и сопутствующие в доме 170 метров квадратных. Это у нас фильтрация система с байпасом. Байпас для того, чтобы водичка никогда не останавливалась. Да, вы можете без фильтров пустить водичку, а можете с фильтрами, когда меняете. Вот. В гараж пошла вода, она будет всегда. Даже без фильтров, если вдруг поломалась, вы сняли, водичка в гараже есть всегда. Потом идет у нас штроба в стене, вот она. Основная, она стоит в доме, перекрывается краном. Перекрылась краном, пошла холодная, горячая и рециркуляция. Это третья труба у нас, да, которая циркулирует горячую воду, чтобы у вас на третьем этаже всегда была горячая водичка. Поменял я трубы канализационные и шумоизолировал вот слив с крыши. Чуть-чуть их сместил, переделал немножко. И тут у нас пошло отопление, мы делаем параллельно с ребятами, так скажем. Газ, желтая труба. Тут у нас радиатор висит, сейчас сняли. Вот, идет так по стене. Все в трубе, аккуратненько. Термофлексия закрыта. Идет тут у нас канализация. Это до котла. Вот наш котел. Душ. Плиточка уже все сделано. Уголок. Потом пошла канализация и вода горячая, холодная. До прачечной. Это у нас прачечная. Тут будет стиральная машина и сушилка. Стиральная машина 600 от пола минимум. А прачку можно и поменьше. Это пошло на улицу. Горячая, холодная вода для чулканы. Я тут хочу сделать зимний вариант, чтобы можно было подключить на зиму, если вдруг надо. Здесь у нас будет еще утепляться 150 миллиметров графитовым пенопластом. Тут у нас на умывальне горячая, холодная, слив. И для нож таких просто кран. Все это сделано под уклоном. В доме водичка перекрывается, открывается кран на улице, и водичка стекает. Вот такая вот система получилась. Пойдем. Дом трехэтажный. Пошли на второй этаж. Делаю все сам, без помощников. Это у нас второй этаж. Гибрид уже висит на унитаз. Тут будет полотенцесушитель. Немножко страшненько. Тут будет тоже как вариант биде. Будет подключаться кран. Они все скрытого монтажа. Все встроенные в стену. И не только ручки будут из стены торчать. Варианты потом сниму, покажу, какие будут. Тут у нас дальше идет три трубы. Одна уже в термофлексе. Второго этажа. Все, закрываем в термокляк, чтобы было меньше потерь. Это у нас умывальник за каркасом. Это у нас душ будет. Еще трубу не кинул. Еще пока нету. Нету трампа. Не знаю, насколько рубать, насколько. И тут у нас пошло на кухню. Канализация. И водоснабжение. Вот она вышла у нас из стены, все. Канализация. И вот сюда пришло. Горячая, холодная вода. Ведро пошло. Взял весь слив на умывальник и на кухонную мыльную машину. Вода горячая, холодная и на моечную машину. На посудомойку. У нас еще на втором этаже у нас здесь будет стоять камин, а камин будет паровой с водой. Так я к нему тоже воду вывел. Все полипропиленом, вся вода. Так, пошли на третий этаж. У нас третий этаж.
тоже каркасы поставил, гибрид стоит. Все краны будут скрытого монтажа, для этого и выносятся все из стены. Тут умывальник, тут ванна. Ванна 1,80 м, унитаз занял, покажу место. А вот они. Фановая труба уже с канализацией пошла. Вот канализация. Наверх фановая вытяжка. Обязательно делайте фановую трубу на крышу, чтобы вытягивала у вас все вонь из трубы. Там не будет никаких проблем у вас. Так, тут вот у нас заворачивает у нас горячая водичка и пошла рециркуляция вниз до котла, и постоянно она греется. И у вас здесь постоянно будет на втором этаже, на третьем этаже будет постоянно горячая водичка. Для этого так и делал. И тут пошло. Тут тоже будут все краны скрытого монтажа. Пока заглушены, нету кранов. Уже потом это следующий этап. Тут умывальник. Слив к нему. Конструкция гиберит. Унитаз. И здесь на биде горячая холодная водичка стоит. Ну и каркас. Еще будет вентиляция и все. Все сам делаю. Самому быстрее. Еще потолки придется делать. Так что удачи, обращайтесь. Я в Острале живу. Работаю. Острава, Карвина, Булумин, Авижов, Опава, Орловая. Это все рядышком. Муравско-Слезский край. Обращайтесь.